как не влюбиться в эту золотистую шубку? Но если помимо красоты вы видите дружелюбие, нежность к детям, легкий нрав и способность к дрессировке, вопрос можно ставить иначе. Какой дурак предпочтет ему другую собаку? Золотистый ретривер. Мы упомянули о шубке, поскольку это классический атрибут золотистого ретривера. Но тут надо сразу оговориться. Golden по-английски означает не только золотистый, но и золотой, в том метафорическом смысле, в каком говорят «золотое сердце» или «золотые руки». Так золотистый ретривер подразумевает умнейшую собаку, подносящую дичь. А цвет шерсти — это лишь совпадение. Его может и не быть, поскольку стандартом допускается окрас от золотистого до кремового. Стандарт — это собрание сведений об идеальной собаке той или иной породы. Золотистый ретривер по происхождению англичанин, следовательно, отличается британской сдержанностью. По характеру золотистый ретривер уравновешен, активен, динамичен и подтянут. К тому же рассудителен и хорошо воспитан. Врожденным его качеством является трудоспособность, а нрав у него добрый и доверчивый. Голова ретривера поражает безупречными пропорциями. Черепные кости широкие, но не грубо сколочены. Голова крепко посажена. Морда широкая, основательная. Длина ее примерно равна расстоянию от височной до затылочной кости. Глазные впадины четко обозначены. Нос черный. Глаза темно-карие, далеко посажены, с темными веками. Уши умеренной величины, расположены примерно на уровне глаз. У ретривера мощные челюсти и прекрасные, ровные и крепкие зубы. Прикус ножницами, верхние резцы находят на нижней, перпендикулярно нижней челюсти. Шея мускулистая, хорошей длины и формы. Передние конечности прямые и крепкие. Плечи расправленные, с длинными лопатками. Лапы оптимально поддерживают вес тела. Передние коленные суставы смыкаются с туловищем. Грудь у ретривера пропорциональная, крепкая. Ребра широко расставлены. Спина должна быть прямая, поясница широкая и мускулистая. Равно как и задние конечности, отличающиеся подвижностью и силой. Скакательный сустав расположен низко. Если смотреть сзади, он не развернут ни внутрь, ни наружу. Стопы округлые, кошачьи. Хвост составляет со спиной прямую линию. По длине он доходит до пят и на конце не закручивается. Шерсть у ретривера прямая или волнистая, с густым, непромокаемым подшерстком. Допустимы все оттенки, от золотистого до кремового, но никакой рыжины. В том, что касается происхождения, золотистый ретривер – четвероногая загадка. Породу признали сравнительно недавно, в 1931 году. Про то, что было до этого, история умалчивает. Но существует немало догадок, иные вполне достоверны.
К примеру, говорят, что в 1858 году лорд Твидмут увидел в цирке пару кавказских овчарок со светлой шерстью. Он их выкупил. В пометах начали появляться щенки золотистого окраса. Так, в конце концов, закрепился цвет шерсти. Однако это не объясняет ни охотничьих наклонностей ретривера, что совсем не свойственно кавказской овчарке, ни его внешней несхожести с нею. По другой версии, порода появилась в результате скрещивания бладхаунда песочного цвета с водяным спаниелем, ныне вымершим. А некоторые утверждают, что предком его был желтый нус, помесь того же спаниеля с гладкошерстным ретривером. Поскольку в дневниковых записях лорда Твидмута упомянуто об этой собаке, возможно, присоединив данную версию к остальным, мы и доберемся до истины. Не исключено, что для выведения новой породы лорд пользовался услугами кавказских овчарок, ретриверов и спаниелей, что позволило сотворить охотника в роскошной шубе, которая так понравилась ему у овчарок. Однако все это лишь гипотезы. Известно одно – эта необыкновенная собака реально существует. И раз внешность у нее совершенно сказочная, значит, загадочной, легендарной должна быть и биография. У золотистого ретривера золотой характер. Он очень любит детей, почтителен со стариками. Он отличный компаньон в путешествии и незаменимый помощник на охоте. Ретривера можно назвать собакой на любой вкус, поэтому теперь его чаще приобретают как комнатно-декоративную собаку, нежели как охотничью. В последние годы золотистый ретривер участвует в состязаниях по собачьей ловкости. Мощное сложение не мешает ему быть ловким и стремительным. В отличие от родственника лабрадора, тяжеловесного и потому подверженного травмам, ретривер легко прыгает. А поскольку он послушен и хорошо поддается дрессировке, то представляет собой идеальную собаку для этого конкурса. Для неопыта хозяев, которым трудно поспевать за слишком резвыми собаками, ретривер просто клад. Слово «взаимопонимание» является ключевым в воспитании как спортивных, так и комнатных собак. Золотистому ретриверу надо уделять много внимания. Ваше общество необходимо ему как воздух. Он чувствует себя полноправным членом семьи, поэтому требует к себе уважения. Всегда готов помочь, поучаствовать во всех видах деятельности. Если же его воспринимают как декоративный предмет, он теряет энтузиазм, становится упрям. Порой может и ослушаться хозяина. Но не вините его. Золотистого ретривера многие считают менее послушным и способным, чем его кузена лабрадора. А разница только в том, что ретривер тоньше, ранимее. Поэтому каково к нему отношение в семье, такова и отдача. Ретривер довольно крупная собака, и к тому же спортсмен. Для него движение – это жизнь. И частного сада ему будет недостаточно. Если выпустить его одного, он ляжет и будет лежать. А чтобы поддерживать форму, он обязан бегать. Этого легко добиться, если в саду появится вторая собака. Пара золотистых ретриверов, кроме того, что ласкает глаз, автоматически сохраняет форму. Собаки играют друг с другом. Идеально было бы завести супружескую пару. Но если вам не нужны внеплановые щенки, можно взять двух сук или даже двух кобелей. У ретривера крайне миролюбивый характер. Он не сварлив и находит общий язык со всеми породами. Лучше, если собаки растут вместе, но можно взять и щенка в семью, где живет взрослый пес. Нужно уделять им побольше внимания в первые дни и почаще ласкать старожила, ведь даже золотые сердца разъедает ревность.
Где взять хорошего золотистого ретривера? Чтобы не промахнуться, обратитесь к опытному заводчику ретриверов, признанному клубом. У него всегда здоровые, стандартные и ухоженные щенки. Но выбирайте заводчика, который заботится не только о внешнем виде, а разводит собак, учитывая их природные склонности. Ретривер – рабочая собака и должен таковой оставаться, даже если его держат дома и постоянно выставляют. Современное собаководство четко разграничивает рабочие и выставочные образцы. Но это портит породу, противоречит естеству ретривера. К счастью, истинные поклонники ретривера относятся к нему как к собаке, а не только как к медалисту. Они отбирают для разведения красивых и одновременно трудолюбивых особей. Конечно, нелегко создать суперчемпиона сразу во всех областях. Но именно так получаются настоящие ретриверы, отвечающие определению «золотая собака». Щенки золотистого ретривера очаровательны, и очень велик соблазн выбрать самого красивого или того, который больше к вам ласкается. Однако это не лучший критерий отбора. Если вы хотите, чтобы щенок вырос в хорошую собаку, надо прежде всего учитывать его поведение. Щенок должен быть приветлив, общителен и в то же время с первых месяцев жизни обязан проявлять врожденные качества ретривера. Очень важно проверить, как он приносит дичь, последить за тем, как он играет с тряпочками или палочками. Если он норовит схватить зубами предмет, положенный перед ним или отброшенный на небольшое расстояние, значит, селекция была проведена правильно. Что касается внешности, доверьтесь советам заводчика. Дилетанты порой судят поверхностно и совершают непоправимые ошибки. Классический пример. Человек берет самого крупного щенка из помета, и напрасно, поскольку собачью красоту на вес не меряют. Особенно у золотистых ретриверов, чей стандарт прежде всего требует пропорциональности. Лучше взять щенка средней величины, как в целом, так и в деталях. Уши, лапы, хвост. Избыток в этой породе никогда не бывает достоинством, скорее уж недостатком. У золотистых ретриверов даже средний щенок все равно выглядит крупным. Для этой породы типичен стремительный рост. Это чревато, поскольку мышечная ткань в своем развитии часто опережает костную. Поэтому старайтесь не переутомлять собаку. Прекрасно, если движение легко дается щенку, но избегайте перегрузок, особенно долгих подъемов по лестнице. До 4-5 месяцев лучше носить ретривера на руках. К чему бы вы ни готовили свою собаку, непременно справьтесь о его наклонностях и наследственных болезнях. Такие патологии, как прогрессирующая атрофия сетчатки и дисплазия бедер, считаются бичом отдельных пород, а на самом деле им подвержены все собаки. Дело в том, что некоторые клубы уделяют должное внимание этой проблеме, а некоторые забывают о ней. Так, например, считается, что дисплазия бедра бывает только у немецких овчарок, тогда как болезнь может поразить любую породу большой и средней величины. Клуб немецких овчарок, однако, бьет тревогу. И вполне обоснованно, поскольку вопрос серьезный, и все должны быть в курсе. Если болезнь наследственная, с ней можно бороться, отбирая для разведения только здоровых особей. И напротив, риск увеличивается, если вяжут непроверенных собак. В случае с золотистым ретривером также необходимо, чтобы щенок был от здоровых родителей. Однако этого мало для полного устранения опасности. Важно, чтобы каждый хозяин всесторонне обследовал своего питомца, проверил ему глаза, сделал рентгеновские снимки, исключив из воспроизводства носителя генетических отклонений.
Всех ретриверов надо тренировать, даже комнатных. Их желание учиться и радовать хозяина столь велико, что нельзя его игнорировать. Тренировка для этой собаки не насилие, а основная жизненная потребность. Ретриверу для счастья необходимо чувствовать себя нужным. Если вы противник охоты, вовсе не обязательно браться за ружье. Вы можете тренировать ретривера на эрзацах дичи, которые продаются в собачьих магазинах. Ретриверы обожают приносить предметы и с упоением играют со своей добычей. Они довольны тем, что отличились. Для этого им совсем не нужен запах свежей крови. Работа для собаки всегда отчасти игра. Поэтому приучать ее к труду можно со щенячьего возраста. В 2 месяца щенок ретривера уже может выполнять развивающие упражнения, хватать печенье, которое хозяин держит в руке. Важно также научить его откликаться на зов. Убедите его, что возвращение хозяина всегда праздник, сулящий похвалу, ласки и угощения. Такая наука способствует развитию отношений дружбы и доверия между собакой и хозяином. Чем раньше вы начнете практиковать ее, тем лучше. Полезно также завязать тряпочку узелком, поводить ее перед носом щенка, протянуть по земле и так далее. Это стимулирует охотничий инстинкт, вызывает желание схватить предмет зубами. После тряпочек можно переходить к игрушкам. Затем начинайте игры с бросками. Сперва бросайте недалеко, потихоньку. Щенку еще трудно следить за движением вашей руки. Если бросить предмет чересчур поспешно и далеко, щенок этого даже не заметит. Не волнуйтесь, если щенок прячет добычу вместо того, чтобы вернуть ее хозяину. Инстинкт собственности – вещь не лишняя. Пусть собака гордится своей добычей. Если у вас хорошие отношения, стоит вам ее окликнуть, она тут же появится с игрушкой в зубах. Когда щенок не без приключений принесет вам первую в жизни добычу, искренне порадуйтесь за него. С молодым псом от 5 до 9 месяцев можно уже играть почти всерьез. Не ждите от него сразу безупречного исполнения, но именно в этом возрасте щенок постигает основы будущего труда, как на суше, так и в воде. Для правильного обучения лучше отдать его в специальную школу ретриверов, поскольку тренинг этой породы – дело особенно сложное. Прежде всего, ретриверы должны научиться нырять. Следуя указаниям инструктора, что ведет их по берегу, должны повиноваться свистку, а не только голосу, потому что свисток слышен гораздо дальше. Каждой команде соответствует особый свисток. Собака должна уметь их соотносить. Не менее важны жесты. Пес должен видеть их на расстоянии, поэтому показывать надо четко и выразительно. Хорошему ретриверу необходимо усвоить основы подчинения. В 10-12 месяцев пес уже должен реагировать на призыв и уметь выполнять команды как на поводке, так и без поводка. Охотничьи собаки не обязаны знать команду к ноге. Достаточно, что пес идет рядом с хозяином и садится, когда тот останавливается. Внушите ему, что нельзя обгонять хозяина. Это может быть и опасно, когда звучат настоящие выстрелы. Главное в работе ретривера – выдержка. Иначе говоря, способность сохранять спокойствие в любой обстановке и терпеливо ждать приказов хозяина. Чтобы добиться этого, необходимо оттачивать стойку по команде и остановку собаки на бегу. Стойка для охотничьих собак всегда означает сидячее положение. Команда «лежать» не используется, ее практикуют с комнатными собаками. Не менее важно научить собаку мгновенно останавливаться на бегу, даже когда она бежит к хозяину.
Тут необходимы психологические приемы, иначе пес может обидеться, почувствовать себя отвергнутым. После такой стойки позовите его погромче и похвалите, когда он подбежит. Пусть он прочувствует радость воссоединения с хозяином. Примерно в 9 месяцев пес уже выполняет серьезные ответственные упражнения, а не просто участвует в игре. Если обучение шло должным образом, его это не обескуражит. Одно из первых серьезных упражнений называется линейкой. Инструктор бросает 3 предмета по прямой на расстоянии друг от друга. Затем посылает пса к первому предмету. Если тот выполнил упражнение, надо его похвалить, поздравить, а затем спрятать предмет. Выждать несколько мгновений и послать пса ко второму предмету. Более сложное упражнение, так называемые часы, когда 4 предмета располагаются по кругу на 3, 6, 9 и 12 часах. Первый предмет собака различает без труда, но по возвращении она должна помнить, где лежат остальные 3. Поскольку ум у нашего питомца собачий, такое упражнение требует изрядной сосредоточенности. Посылать собаку надо не только вперед. Иногда она должна искать предмет, находящийся позади нее. Для этого следует обучить ее команде назад. Броски сами по себе не имеют смысла, если собака не способна отыскать дичь или эрзац в густой траве. Для правильного поиска пес должен овладеть 2 навыками. Первый – слежение, то есть запоминание места, куда упал добыча. И второй – собственно поиск, когда включается собачье обоняние. Многие ошибочно полагают, что обонятельные рефлексы включаются автоматически. Пса надо приучать, пряча предметы в местах, скрытых от глаз. В воде, где обоняние собаки не помощник, особенно важен первый навык, поскольку пес не привык погружать голову под воду. Заприметив добычу, он рвется за ней и пускается в плавь. Ретривер, как и его сородич Лабрадор, не просто способен перемещаться по воде. К этой стихии он относится со страстью и безумно радуется, войдя в воду. Подобно Лабрадору, у ретривера имеется естественная защита от холода и влаги. Шерсть его совершенно непромокаема, а подкожный слой жира защищает от температурных перепадов. Но эта прослойка не работает как должно, если не соблюдать надлежащую диету. Сухой корм, который продается в магазинах, даже если имеет гарантию качества, рассчитан на усредненную собаку и не учитывает потребности собаки водоплавающей. Поэтому в пищу необходимо добавлять жиры, согласуя их количество с инструктором и ветеринаром. Как ни странно, и у золотистого ретривера, и у лабрадора при всей их любви к воде есть ахиллесова пята.
Это хвост в его основании. Если долго держать его в воде, может случиться контрактура приводящих мышц. Поэтому основание хвоста надо вытирать досуха после каждого заплыва, особенно в холодные месяцы. Блестящий охотник или пес в золотистой шубе – ретривер поистине уникальная порода. Общение с ним доставляет подлинную радость, особенно если человек уважает его характер и природные склонности. Если вы любите ретривера, предоставьте в его распоряжение широкие просторы, зеркальную гладь воды, четвероногих друзей и двуногого спутника, которому он будет верно служить. Дайте ему проявить свою охотничью суть. А главное, сделайте его своим близким другом и постоянным собеседником. И взамен он отдаст вам свое самое драгоценное сокровище – золотое собачье сердце.